поза очі багато говорять про те, що ви така золота молодь і співати було примхою. Багаті родичі, батьки вклали гроші і так все почалося. Мы слышали эту версию, но на самом-то деле, к сожалению, а может быть и к счастью, у нас нету таких богатых родителей, о которых многие говорили. Лена – донька відомого чиновника черкаського. Тато – голова райдержадміністрації міста Черкаси. Он чиновником только недавно стал. Мы, можно так сказать, оба по карьерной лестнице идем. И, естественно, я радуюсь за его победы, а он за мои. Казали про те, що тато проштовхував, аби Олена співала на всіх святах міста. Это правда, но дело в том, что именно благодаря моему увлечению музыкой. Отец закупил аппаратуру. Черкасы — это не такой большой город, и вот эта вся аппаратура, то есть на любые там дни города и какие-то там концерты городские использовалась эта аппаратура. Естественно, я выступала, но ход конем, да. Невеличкий адмінресурс все ж таки був вимкнений. Да. Но в 15 лет я поступила в эстрадно-цирковое училище, из которого очень многие наши артистки известные выпустились. И дальше моя жизнь протекала здесь уже самостоятельно, абсолютно. Я достаточно рано стала зарабатывать какие-то там небольшие, но деньги. Вы не только молодой музыкальный дуэт, вы еще и подружья, у вас маленькая дитина. Насколько вам складно быть 24 часа на добу разом и на работе, и дома? Каждое утро, когда я просыпаюсь, я задаю себе этот вопрос и не понимаю, не нахожу ответа на него. Катя, это очень сложно, на самом деле. Но когда мы входим в рабочий режим, все домашние какие-то бытовые моменты, они просто уходят в то время, когда вот сегодня мы, например, обсуждаем только работу. По-моему, мы ни разу за целый день даже не поцеловались. Да, еще не вечер.